Всем привет из Алании, воскресный рынок, последний мартовский рынок этого года, 24-го, время 6:30, клубника, 60, 50, 40, опа. Многие рано собираются, 30-20 груши, рано собираются, потому что их тар через 45 минут, думаю, кто-то уезжает раньше. Ну, так до 7 он обычно, по 10 помидор, кстати, классный помидор, 50 клубника, 40. Ну, опять же, людей может быть сейчас не сильно много, потому что тар скоро. Штука 20, сыр, капуста молодая, штука 25, цветная, морковка 15. Доллар 50, 45, 20. Ну, 40, три штучки там такие. Молодой. Да, я не ожидал даже, что многие так уже поскладывались прям. Ого-го. Рано-ка. Так, в каком я ряду нахожусь, куда пройти, запутал, 50 клубника, мало уже продавцов, потому что я позже не пришел, капи 60 лир содорожают, лимоны 10 лир кило, баклажан 10 лир кило, кабачки уже 25, были тоже дешевые в прошлый раз. Уже все продали, я смотрю, тех, кто остался. Клубника 35. Запах классный. Горцы 15, 2 кило 20, написано супер цена. Артишоки. Рукальник. Никодар. Рукальник. Так, за по 10 лир взял 4 брокколи и морковки на 10 лир. Так. Хочется папайю, хочется, ноги тянут к папайе автоматически, я помню, где человек с папайей. Ну, давайте сходим, маленькую возьму за двадцатку, может. Вот купил в другом месте, я в тот раз, помните, покупал папайю у него и в другом месте. Тоже она была красивая, но где-то вот тут вот покупал вторую, но та вкуснее, которая от того постоянного моего продавца папайи. 35 авокадо штук. Это же реально все поскладывали сюда. Помидор 25. Ручки 15, супер цена. Апельсинки 20, лимон 15, банан 30. Так, а он с папайей. Папайи, он уже уехал, по-моему, да, или его не было сегодня. Жалко, конечно. Брокколи вообще это цена роскошная, по 10 лир такие большие брокколи. Суджуки. 70 лир штука написано. Никогда, кстати, суджуки на рынке не покупал. Напишите, кто в суджуках понимает и кто брал на рынке и сравнивал с магазинами. Напишите, вкуснее намного они. Еще я, в принципе, суджуки люблю. Не беру их часто, я понимаю, это все равно колбаса, все равно там что-то есть неполезно. Что тут дымяра такой стоит, не пойму. Шашлык кто-то жарит, такой дым стоит мясной. Запах сейчас слышу. Видите, тут и показывать особо нечего. Так рано все пособирались.
Я не ожидал, я забыл о том, что выборы и там. То есть я не забыл, но просто я не думал, что мы так рано начнутся. 10 эмоций. Да мне кило. 2 кило? 1. Кир. По 30-35 где-то в магазине огурцы. Здесь сверху мышная пацана вообще. Тыкву я хотел, они уже уехали, по-моему. А, уже орешки наши сложились. Уже вообще сложился. Завтра оба. Оба с орешками. Так, ну что? В принципе, все, наверное, потому что главное, вы любите клубнику, клубнику показал. Может, мой, кстати, не вижу вообще, что-то. Она уже как бы, блин, чуть ли не 3 недели продается, а я еще ни разу не ел, ни разу не покупал. Что-то вот ее нет сегодня, видите. Давайте еще по прямой я пройду туда, до выхода, до мечети. Может, наш мула появится, может, еще куплю сейчас, если будет красивая, недорогая. Куплю по 5 лир на огурцы. Еще минут через 15 уже никого не будет точно. Во время эфтара, наверное, тут продавцов единицы был. И то складываться. Рис! Не, может, мало уже не вижу. Сейчас он справа там еще. Могут сидеть бабушки с мышмулой. О, зелень как пахнет. 10 лир зелень. Трошка около. Не, нет, там мышмулы. Банан 45, апельсин 20, Вашингтон 40, груша 25. Кошка молодая, не вижу цен. Мышмалы нету. 5 лир помидоры. Реально все. Сейчас куплю. Все, друзья, это был воскресный рынок. И я не собирался брать помидоры. Но это такие что-то. Готовить с ними, жарить. Ладно, жарить мне не надо. Не, можно было там пообрезать, поесть. Но это на зажарку, по большому счету. Ну, конечно, цена вообще почти бесплатная. Все, Алания, завтра 1 апреля у нас. Пока. Рынок воскресный для вас был.